Всем привет, добро пожаловать в World of Warships и самый сложный класс, самые сложные бои, самые сложные корабли в освоении, в геймплее, ну и тому подобное. Это авианосцы. Насколько они здесь вообще никакие? Они никого не убивают, они требуют постоянного контроля и тому подобное. Итак, мы начнем с нажатием кнопки бой. Но прежде я бы хотел у вас спросить. А что это за такое вот слово белорусское «hold»? Я вот пытался найти, но, к сожалению, не нашел. Что оно означает? Не могу понять. «Hold». Если знаете, напишите. Ну да ладно. Итак, команды собираются в кучу. И мы сейчас посмотрим на этот замечательнейший бой, который будет. Итак, 2-2. О, значит, у нас какой-то Лонгли. Плюс я. И там какой-то Зуйхо. В общем, единственное, что хочется отметить, это то, что этот товарищ, япошка, он немножко, ну, никакой. Никакой, в смысле, вообще никакой. Так, я вот здесь вот перетусуюсь, нажму на максимум. Включу вот так. Вот так. Бой начинается. И вот так. Все, можно идти пить спокойно чай. Если кто-то когда-то говорил, что артиллерия, однокнопочные, все дела. Это просто ужас. То, что сделано в этой игре. Перед вами карта. Ваш авианосец. Плыть сюда на автопилоте. Скорость ему выставляйте. И все. Главное это, чтобы ваш союзник, мать, вот этот вот, не был дебилом. Вот если он дебил, это провал. Если он нормальный, это профит. Если у противников такая же ситуация. Вот, то, ну, соответственно. Поглядим. Второй, товарищ АФКшит. Четвертый, взлет произвел. Никого не знает. Нет, что-то там разворачивается. Не знает, как запускать, что ли. И торпедоносец появляется у него первым. Ладно, тут так небольшой кружок можно сделать. Главное это на япошках не влазить в бой с противником. С американцами это вообще смерти подобно, сразу. Вот, то есть, что здесь нужно делать? Либо навязывать бой в небольшом радиусе, километра два, от вашего желательно крейсера. Ну, эсминцы они так. О, смотрите, наконец он там выпустил кого-то. Александр Нитевский. Подходим. Сразу нужно отходить. Так, навязывать бой я не собираюсь. Он двумя только играет. Что-то ни хрена не могу понять. Ладно, я отправлю пока этих товарищей сюда. Посмотрим, сколько один отряд истребителей у нас тут был. Ну, це мы вроде как захватываем. Что-то торпеды какие-то шмаляют. Кто плывет? Ну, иногда, иногда есть такие любители на авианосцах по краешку карты прорваться своими отрядами и уничтожить вражеский. Вот это здорово. Так, нашел кого-то. Наша команда получила преимущество. Ну, смещаемся, наверное. Нет? Я буду с ним летать. Здесь кто-то захватывает Б. Ну, ладно. Наши А берут. Можно крейсер потопить. Попробовать, по крайней мере. Как тут у нас получается? Да вроде неплохо. А эти в прикрытие сюда давай. Их мало. Их четверо. У американцев они по шесть летают. Ну и, собственно, конечно же, торпед гораздо больше получится. Куда он летит? Не знаю, ну ладно, пусть летит. Вижу отряд. Отлично. Ой, хорошо, как заходят. Стой, 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 стой. Вот так. Огонь на указанной цели. Вот так давай. Фокусировать огонь на цели. Второй. Жду приказов, прием. Четвертый. Начинаю атаку. Третий. Отлично. Ой, торпедки как пошли. Ой, как пошли. Лусь.
Пол хп нету. Атакован. Замещайте. Второй, жду приказов. Так, что у нас тут творится? Тут эти гады летают толпами. Надо попробовать здесь вот этого гада выпилить. С наша, можно, в принципе, что сделать? Где-то вот здесь вот. Активирован автопилот. Союзники, передаю координаты важной цели. Поближе. Тут еще и эсминец поможет, возможно. Но этот улетает. Бедняка. Союзники, требуется поддержка огнем. Передаю координаты приоритетной цели. Сваливает, гад. Нужно где-то здесь тусить. Четвертый. Пока вот так. Отлично. Всплываем на Б. Сюда все. Сейчас мы тут их будем топить. Вот то, что тут эсминец, это не очень круто. Пока, наверное, стоит все-таки спрятаться. Топа, вам ведет тут огонь. Вот это мелкий гад. Потопил, кажется, тяжа, нет? Он уходит. Повезло. Второй, жду приказов. Третий, атакован. Давай кому на ход. Ты тоже. Пока он тут непонятно чем занимается. Четвертый, начинаем. А ну-ка. Смотрим. Четыре торпедки. Третий, захожу на линию атаки. И, четвертый, ну, кажется, две поймает. Бум, бум, бум. А, все поймал. Вообще офигеть. Он потонет. Вражеский крейсер потоплен. Вообще замечательный геймплей, просто неповторимый. Надо вот этого гада выпиливать. Срочно. А самому куда-то уходить. У нас центр просто развален. Тут эсминцы плавают. Где-то вообще вот туда вот. Что у нас тут, как дела? О, этот еще присоединился. Второй, по нам ведут огонь. Третий, к взлету готов. Ладно, придется так пока отвлекать. Он сейчас убьет вот этих, я надеюсь. А вот, хотя бы одного я сбил. Ему будет чуть-чуть попроще. Так, где здесь был эсминец? Я что-то профукал это все. А, еще не сбил. Третий, продолжаю движение. Второй, жду приказов. Куда он там плывет? Братец кролик, давайте тут сюда собираемся. Отлично. Второй, иду домой. Пополняем отряды. У нас 4 в запасе в ангаре, скажем так, и 8 еще торпедных. Третий, нет, ты вот этого. Четвертый, атакован. Четвертый, начинаю атаку. Сюда на полной скорости. Ой, ты смотри как. Не поймал. Обидно. Третий, возвращаюсь. Третий, уничтожен. Ну, это понятно. Там был истребитель, плюс еще и этот вот товарищ. Так, а мы пытаемся уйти. Просто чем дальше, тем лучше. Готов. Четвертый, к взлету готов. Взлету готов.
Отличненько. Полетим на перехват. Второй, взлет произвел. Так, пока аккуратненько. Второй, приказом, прием. Второй, атакован. Надо пытаться вот этого гада все-таки выпилить. Концентрировать огонь на указанной цели. Внимание, передаю координаты цели. Прикрывай. Третий, продолжаю движение. Значит, сюда куда-то. Третий, по нам ведут огонь. Третий, начинаю атаку. Четвертый, взлет произвел. Торпеда выпущена, и хоть третий, одну, если поймает... Домой. Четвертый атакован. Он тоже промазал. Четвертый, возвращаюсь. Какая пачка. Второй, по нам ведут огонь. Ха-ха. Вот это здорово. Геймплей великолепный. Так, надо куда-то вот туда свалить. Команда противника получила преимущество. Интересно, каким образом? А, они там что-то захватили. Фига себе. Второй, атакован. В общем, это уже не важно. Четвертый, к взлету готов. Третий, того товарища потопили. На ход. Второй, уничтожен. Второй, к взлету готов. И вот так. Сейчас посмотрим, что у нас получится. Находка, когда кидает, это просто... Просто нечто. Нет, нет, давай сюда. Через shift сделаем. Вот так. Своего, главное, как говорится, не потопить. Что там за фигня? А, пожар. Ладно. Торпеды? Где они там? Хрен знает. Уах! Буц! Офигительно просто. Четвертый, возвращаюсь. Ну тогда чиним. Тушим пожары, все дела. Где там этот? Неполадки устранены. А вот это плохо. В гуще событий оказался. Третий, продолжаю движение. Четвертый, к взлету готов. Вот так вот давай. На ход он как раз разворачивается. Третий, начинаю атаку. Вот так. Союзники, на. Даю координаты важной цели. Четвертый, по нам идут огонь. И еще. Союзники, посмотрим. Огонь на цели. Четвертый, иду домой. Ла, две, три, четыре, пять. Там столько дырок, он просто потонет. Если сейчас не отремонтируется. Ну, а я здесь застрял, конечно же. Чё ж тут сделаешь? О, так может отремонтироваться. Что-то я тут... Поплыли. Наша команда получила преимущество. Палатки устранены. Давай куда-то сюда. Концентрировать огонь на указанной цели. Третий, продолжаю движение. Ай! Поджог, гад. Двигатель выведен из строя. Четвертый. Опять двигло сломал. Третий, атакован. Третий, захожу на линию атаки. Лови. Третий, возвращаюсь. Четвертый.
Четвертый. Начинаю атаку. Четвертый. По нам ведут огонь. Пока. Вот и все. И смотрим счет, значит. 14 торпед, 2 трупа. Командный результат. По опыту на первом месте. Два самолета сбил всего лишь. Ну, плохие тут истребители у японцев. Они требуют такого. Что еще сделал? Ну, урона кучу принял на себя. Скажем так, был в гуще событий. Вот и все. Вот такие у нас геймплеи на самом сложном классе кораблей. Нахрена это сделали? Я не понимаю. Полный бред. Просто бред. Ну да ладно. Вот такое получилось у нас видео. Всем спасибо за просмотр. Если вам понравилось это видос, поставьте лайк, подписывайтесь на канал. Будут другие видосы по другим интересным играм. Всем удачи. До встречи. Пока-пока.